Всем здравствуйте. Сегодня хочу измерить скорость максимальную на этих аэросанях. Вот сиденье прикрутил пока на веревку. Вот так, времянка, потому что скоро уже надо ехать на работу, а некогда, в общем. Потом это заделаю. В общем, сегодня на скорость проверять будем. Защиту. Вот сколько материала было, столько защиты вышло. Какой-то Бэтмен получился. Наверное, назову эти аэросани Бэтмен. Так, ну сейчас прокатился. Слезы, конечно, вышибают. Вот эта стеколка, оно не помогает. Это так, мы тут от буксировщика на модуль ставил стекло это. Ну так просто прихватил его. Вот. Все равно продувает вот здесь. Надо было здесь еще что-то закрыть хотя бы. Ну ладно, уже чуть получше, чем до этого. Так, ну сегодня снег. Во, вообще чуть не сырой, тепло, градусов, наверное, где-то минус 3-4, вот так. Не смотрел точно, не могу сказать. Так, ну что. В общем, сейчас по навигатору буду проверять. Сейчас на телефоне включу навигатор. Проверим максималку. Ну, по крайней мере, газ у меня выведен на ручной газ, так что центробежный регулятор будет работать, так что как бы не на полные обороты будет выходить. Хотел сделать напрямую, но пока не стал заморачиваться. Попробую, в общем, вот как есть. Так, ну вот, все, навигатор включил. Сейчас проедусь где-то примерно с полкилометра, ну с километра даже, наверное. Там просто разогнаться толком негде. Только начинаешь разгоняться, и уже или забор, или какие-то кольи, или кочки. Снега мало еще. Снега буквально вот, ну, сантиметров 25, наверное, не больше. А вот еще руль немножко здесь переделал, вот эту кочергу. Немного вот так загнул, потому что она мне в колени упиралась. Вот. Наверное, и все здесь. Ладно, будем заводить. Сани на холостых сами едут. Ну, по крайней мере, по такому снегу, не знаю, по морозу, может, легче будет. Что-то так еще пока не понял. Ездил-то совсем мало еще. Вот. Такие вот пироги. Ладно. Заводим. Я их держу, они сами как их. Вот. Приличные разгоняются. Ладно, поедем.
удобно. Сейчас попробую еще раз проеду. Без съемки уже. Так, ладно, сейчас попробую еще. Сейчас. Попытка номер два. Уже без селфи-палки. Это что-то как-то неудобно. Закрепить надо было вообще приварить. Сейчас попробую. Разогнаться-то толком негде. Как бы мало места по реке бы. Ладно, попробуем. Что из этого выйдет. Что-то не могу понять, газ до конца прибавляет или нет. Ну, в принципе, да. В принципе, до конца. Ладно, пробуем. Глянем, что там у нас выйдет по навигатору. Ну, что-то мне сильно особо почему-то не показалось. Сейчас, стоп. Вот, сейчас. Сейчас мы проверим. Так. Сколько же была максималка? Что-то не густо, 54 км в час. Ну это правда по пухляку. В целое место, вообще как бы по бездорожью. По своим следам он не хочет ехать. Выносит в сторону почему-то. Сколько раз пытался уже по своему следу ехать, нет, не идет и все. Так и просится на чистое место. Ну вот, в принципе. Так. А ну-ка, еще раз. Так вот, вот это я ездил сейчас. Ага. Ну да, все правильно. Вот 54 километра в час. Средняя 11 километров. Но я тут совсем тихо ехал. Вот такие пироги. 54. Ну 60 не разогнался. Но я еще раз говорю. Работает центробежный регулятор. То есть он... обороты вот эти. Можно было, конечно, и побольше. Но он их... как бы сбрасывает. Если газ зацепить сюда, вот на эту лапку,
Вот. Тут газ будет помягче, полегче его будет давить. И уже центробежный перестанет работать, и скорость будет чуть больше. Ну, в целик, в принципе, такая скорость. Я не знаю, я сидел, как бы мне в глаза лепило снегом. В принципе, это такая скорость, грубо говоря, уже неуправляемая. Это я еще по чистому месту ездил, а если где-нибудь по дороге ехать, это вообще подкидывать будет просто-напросто. Так что вот факт. Ну, в принципе, 60 разогнаться можно, если бы по дороге. Такие вот дела. Я думал, больше будет. Ну ладно, что. В принципе, это управляемая скорость, нормально. В принципе, больше, я думаю, и не надо. По льду они, мне кажется, до 75 разгонятся. Так вот. Ладно, что. На сегодня хватит. Скорость мы замерили. Все. Всем удачи. Пока-пока.